Ошейник для собак своими руками, как сделать в домашних условиях. Поводок и ошейник – главные собачьи аксессуары. Этими аксессуарами для прогулок хозяин обзаводится в первую очередь. В зоомагазинах можно найти и ошейники, и поводки на любую породу, вкус и кошелек. Но есть умельцы, которые способны смастерить поводок и ошейник для собак своими руками. Существующие виды поводков для собак. Казалось бы, что особенного может быть в поводке и ошейнике. Однако этот собачий аксессуар способен решать самые разнообразные задачи, от простого удержания при выгуле до решения довольно специфических задач, например, дрессировки. Поводок и ошейник – главные аксессуары в жизни домашнего питомца. Рулетка. Рулетка – наиболее распространенный вид удерживающего приспособления. Обычно его используют в городских условиях, так как автоматическое регулирование длины поводка с возможностью фиксации позволяет определять допустимое пространство для собачьих нужд. Такая разновидность поводка может быть ленточной и тросовой. Обратите внимание, рулетка подходит только для собак карликовых и малых пород. Крупным и гиперактивным собакам такой поводок не подойдет, так как будет не способен выдержать сильное натяжение и попросту порвется. Шлейка – часто приобретаемая для мелких собачек разновидность поводка. Его конструктивная особенность заключается в том, что приспособление крепится не к ошейнику пса, а за передними лапами. Таким образом, пес удерживается не за шею, а за все тело. В некоторых случаях шлейки используются для выгула крупногабаритных собак. Для ездовых псов шлейка – незаменимое приспособление. Из незначительных минусов шлейки можно отметить нежелание некоторых питомцев надевать ее на себя. Обратите внимание, очень важно правильно подобрать это удерживающее приспособление. В противном случае оно может существенно навредить питомцу. Шлейка – один из самых популярных видов удерживающего приспособления для собаки. Поводок для выгула и дрессировки. Классическое удерживающее приспособление с карабином на одном конце и петлей на другом. Длина такого поводка может варьироваться от 1,75 до 5 метров. В продаже существуют поводки и большей длины, но они, как правило, приобретаются для определенных целей. Материал изготовления может быть самым разнообразным – брезентовая ткань, нейлоновая лента, кожа. Из минусов можно отметить то, что если вручную не регулировать длину поводка, он будет волочиться по земле и путаться между ногами собаки. Поводок-удавка, ринговка. Поводок, который предназначен не для выгула, а для отработки определенных навыков. Он не крепится к ошейнику, а затягивается вокруг шеи питомца при помощи петли. Если пес начинает вести себя чрезмерно подвижно, удавка мгновенно затягивается на шее. Именно поэтому чаще всего он используется хёндлерами на выставках и показательных выступлениях. Обычно изготавливается из нейлонового шнурка и карабина особой конструкции. Поводок-цепочка. Этот поводок наименее надежный из всех существующих приспособлений для выгула собак. Он носит скорее декоративный характер. Дело в том, что звенья, из которых состоит цепь, со временем размыкаются. Есть опасность, что она порвется в самый неожиданный момент, когда пес неожиданно дернется. Поводок спарка. Этот вид поводка используется для сцепки нескольких собак, участвующих в групповом выгуле. За счет того, что такой поводок не очень длинный, собаки не путаются между собой и сцепка носит упорядоченный характер. Обратите внимание. Долгий выгул собак в сцепке на спарке не рекомендуется. Все же для полноценной прогулки псу требуется достаточно обширное индивидуальное пространство. Поводок спарка нужен тогда, когда на прогулку собирается сразу несколько собак. Материалы и инструменты для изготовления ошейника для собаки. Как сделать ошейник для любимой собаки своими руками в домашних условиях? Прежде всего, необходимо обзавестись необходимыми инструментами и определиться с материалами, из которых будет сделан ошейник. Ошейник из нейлоновой ленты. Ошейник из нейлоновой ленты изготовить очень просто. Для этого потребуется нейлоновая лента, текстильная лента или полоска из неопрена, пластиковый карабин, пряжка с двумя отверстиями, кольцо в виде латинской буквы D, швейная машина, алгоритм действий. Первым делом следует обмерить объем шеи питомца.
полученный результат следует умножить на 1,7. Отрезать нейлоновую текстильную ленту необходимой длины. При помощи швейной машины сшить обе ленты в одну. Шивать следует таким образом, чтобы прокладываемая строчка проходила как можно ближе к краю. Следующий шаг – прикрепление пластикового карабина. Для этого нужно продернуть около 4 см ленты сквозь карабин и закрепить ее машинной строчкой как можно ближе к пластиковой перемычке. Далее нужно вставить D-образное кольцо и окончательно закрепить кусочек ленты. Свободный конец нужно продернуть сквозь вторую часть карабина. Для регулировки объема ошейника нужно воспользоваться мобильной пряжкой с двумя отверстиями. Для этого необходимо протолкнуть ленту сквозь отверстие и надежно зафиксировать двойной или тройной строчкой. Поводок из нейлоновой ленты смастерить своими руками совсем несложно. Кожаный ошейник. Как показывает практика, ошейник из кожи. Самый практичный вариант собачьего аксессуара. Для его изготовления потребуется кожаный ремень, пряжка со стержнем, кольцо в виде латинской буквы D, заклепки, специальный клей для кожи. Алгоритм действий следующий. Сначала необходимо обмерить объем шеи собаки. К полученной цифре нужно прибавить 24 см. От ремня нужно отрезать кусок, равный полученному при обмере результату. Далее следует закруглить концы и обработать край ремня клеем для кожи. Это необходимо сделать для того, чтобы будущее изделие не натирало кожу питомца. Следующий этап – нанесение разметки для заклепок и отверстий для стержней пряжки. Как только разметка будет нанесена, необходимо проделать отверстие шилом. Чтобы облегчить себе работу, шило можно накалить. Последний этап – установка пряжки. Для этого нужно продеть через нее край ремня и закрепить заклепками. Ошейник из паракорда способен подчеркнуть индивидуальность питомца. Ошейник из паракорда. Паракорд – это шнур, из которого обычно изготавливаются стропы парашютов. Помимо прямого назначения, его повсеместно используют для самых разнообразных целей. Можно попробовать изготовить из него плетеный ошейник для своей собаки. Под рукой следует иметь паракордовую веревку, кольцо в виде латинской буквы D, фастикс, карабин для крепления, зажигалку, палочку для проталкивания шнура. Поэтапный мастер-класс. Работа начинается с обмера шеи собаки. Результат следует умножить на 3. Полученная цифра будет обозначать длину шнура, которая потребуется для изготовления плетеного ошейника. Разрезать шнур на 3 части. Концы отрезанного шнура нужно обязательно опалить зажигалкой, чтобы избежать разрушения структуры. Застежку будущего ошейника следует расстегнуть и закрепить шнуры таким образом, чтобы крайние были на несколько см длиннее того, который находится в середине. Далее выполняется плетение в технике макраме. Дойдя до конца, необходимо вплести D-образное кольцо для крепления поводка. Последний этап – закрепление шнуров на второй части фастикс. Чтобы концы шнуров не торчали, их следует припаять с внутренней стороны ошейника с помощью зажигалки. Ошейник – это тот аксессуар, от которого зависит не только симпатичный внешний вид питомца, но и безопасность. Приобретенный в зоомагазине или самодельный, он должен полностью отвечать этому главному критерию.